Руководство паровоздуходувной электростанции ММК приняло решение включить лаборантов химического анализа в список специалистов, которые участвуют в конкурсе «Лучший по профессии». Самым первым лучшим химиком-лаборантом ПВС коллектив признал Ольгу Мишечкину. Подробнее расскажет Юлия Никифорова. Паровоздуходувную электростанцию Магнитогорского металлургического комбината называют легкими доменного цеха. Подразделение снабжает печи дутьем. Помимо этого, ПВС вырабатывает около 15% электроэнергии, потребляемой комбинатом, снабжает паром промплощадку предприятия. Задача специалистов химической лаборатории паровоздуходувной электростанции – контроль водно-химического режима работы всего оборудования, а это 10 котлов и 18 турбоагрегатов. Химики заслужили, чтобы их включили в конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Как-то так задумались, почему мы забыли про наших девушек, и решили все-таки несправедливость эту устранить. Несмотря на то, что они не выпускают готовую продукцию по цеху, но вклад далеко не мал. В лаборатории ПВС 12 лаборантов химического анализа. Коллектив возглавляет инженер Светлана Резванова. По ее словам, участие в конкурсе профессионального мастерства стало дополнительным стимулом в работе девушек-химиков. В принципе, я согласна с начальником цеха, потому что акцент делается на конечной все-таки продукции нашего цеха. Это дутье, пар, электричество. Но мне очень приятно, что оценили и нашу роль, наш вклад в общее производство цеха. Первым победителем конкурса профмастерства, лучшим лаборантом химического анализа по итогам работы за месяц признали Ольгу Мишечкину. Ольга Николаевна рассказывает, что всегда мечтала работать на комбинате. Мечта сбылась. В химлаборатории ПВС она уже 10 лет. Работа лаборанта химического анализа кропотлива и ответственна. И она ей очень нравится. Мы делаем анализ воды, пара и масла, которые применяются в технологии нашего цеха. И от качества и точности наших анализов обеспечивается бесперебойная и безаварийная работа оборудования. Ну а статус первого на станции лучшего лаборанта химического анализа девушку окрылил. Когда тебя ценят, это всегда приятно. Мне очень приятно и, конечно, хочется, чтобы и другие девочки тоже посидели на этом месте и порадовались за себя. Юлия Никифорова, Владимир Ровинский, телекомпания ТВИН.